Долго ждали выборы почетного гражданина самого большого города Кэтсбург. Два дня кошки соревновались за право выйти на эту чудесную сцену. И теперь они скоро будут перед вами. Я надеюсь, вы ждете этого все, как и мы. И будете болеть за наших финалистов чудесных. А я вам хочу представить человека, который вот сейчас со мной появился на сцене. Этот человек, я просто не могла не вызвать, потому что этот человек знает о кошках все. Или почти все. Да, или почти все. Это Христина Моисеева и ваши аплодисменты. А я вам напоминаю, что все происходящее сейчас здесь, на этой сцене, в финальной части. Буду об этом рассказывать вам я, ведущая Татьяна Воронина. И сейчас я думаю, наверное, первым делом, Христин, как вы считаете, нам, наверное, первым делом надо поблагодарить наших уважаемых экспертов, да? Два дня также уважаемые эксперты от четырех систем оценили бы кошек на предмет стандартов, их поведения, их подготовленности и послали сюда финалистов. Сейчас перед нами сидит экспертная жюри, которая будет выбирать из финалистов лучших из лучших. Про жюри мы скажем немножко попозже, а сейчас, может быть, мы поблагодарим экспертов. Благодарим уважаемых экспертов за то, что два дня, и просим вас их подняться на сцену. Уважаемые эксперты, итак, позвольте, я скажу слова благодарности нашим экспертам. Эксперты из системы ТИКа. Многие эксперты были вынуждены покинуть уже наше шоу, потому что билеты на самолет и поезда. Но мы также благодарим их за то, что они работали. На сцене все эксперты всех четырех фенологических систем, я позволю себе сказать пару слов благодарности. Dear experts, we just thank you for taking part in this remarkable event. With your expertise, it will go down in history. The quality of service you have provided is marked at the top rate. This show was a success, and we really hope to collaborate with you in the near future. Thank you. Спасибо большое еще раз. Спасибо, я так полагаю, что, наверное, эксперты должны покинуть сцену и уступить место тем, кто сейчас появится, то есть 12 победителей. Вот мне тут подсказывают, что еще поднимаются судьи, которые опоздали. Это судьи также по СЕПЭ и АСК. Друзья, ну перед тем, как на эту сцену выйдут победители, выйдут.
выставки. Я хотела бы, чтобы вы сейчас все поприветствовали бурными аплодисментами наше жюри, тех людей, которые сейчас будут вершить, можно сказать, тут кошачье правосудие. Итак, Евгения Морозова, компания «Золотинформ», и ваши аплодисменты. Елена Малиновская, компания «Валта Пэт Продактс». Григорий Румянцев, компания «Гранд Альфа». Екатерина Климова, компания «Диметра». Ирина Тумнова, компания «Афина». Сергей Колота, компания «Финс». Марина Федяева, компания «Биофарм». Юлия Морозова, компания «Юсара». И директор выставки, представитель компании «Супрема» Екатерина Никифорова. И ваши аплодисменты, господа. Это, многоуважаемые жюри, сейчас будет решать судьбу финала. Я представляю сейчас, как волнуются финалисты. От каждой системы есть свои финалисты, систем 4. Но победителем будет 3, а потом 1. А перед этим, может быть, мы скажем пару слов благодарности жюри тоже, как вы считаете, Кристина? Да, я уже порывалась это много раз делать. Прошу еще раз аплодисментами весь зал наш поприветствовать наше дорогое жюри. И поскольку у нас в зале присутствуют гости из разных стран, я позволю себе сказать речь на английском. Dear jury, we hope you were satisfied with the quality of all the cats you have seen, and you will select the best cat in every category of the competition. We hope that the atmosphere created and organized by our team will stay as a good memory and good show for you and everyone participated. Thank you. Итак, уважаемые дамы и господа, настал самый ответственный момент, когда на эту сцену будут приглашены 12 лучших кошек от 4 фенологических систем. Я хочу напомнить, что жесточайшая конкуренция происходила среди тысячи кошек практически 40 пород. И я напомню, что сюда будут выходить по 3 кошки от каждой фенологической системы. Сначала будет выходить лучшее молодое животное, потом лучшее кастрированное животное и лучшее взрослое животное. Итак, победители от системы ТИКа. Мы встречаем аплодисментами Бастет Макс Оливка, владелец Максим Персилин. Пожалуйста, поднимитесь на сцену. Я попрошу всех заявленных победителей заранее вот так подойти к сцене. Пожалуйста, подойдите все победители, все 12. Следующий победитель – Black Celebration Solid Fold of Universe. Владелец Екатерина Канатова. И ваши аплодисменты. Еще один победитель – Kind of Magic Dream Romeo. Владелец Эми Штаттер. Yeah!
Это молодое животное, утес Ангара, владелец Надежда Лаухер. Вам надо сейчас собраться и максимально лучше показать своих великолепных животных. В этом вам помогут. Мы поставим сюда 4 клумбы, и каждый будет выбираться. Да, я понимаю, очень тяжело держать. И каждый будет выбирать сначала животное по категориям по возрастам, а затем будет финал из 3 финалистов по возрастам. Ну и, дорогие участники, позвольте вам сказать пару слов.
Уважаемые победители, мы искренне желаем вам, чтобы этот день навсегда остался в вашей памяти, а выставка стала отправной точкой на пути к славе. Пусть этот тернистый путь для каждого из вас будет усыпан лепестками роз, и на вершине Олимпа ваши глаза будут застилать слезы радости. А мы попросим госпожу Фортуну всегда оставаться рядом с вами. Сейчас просим финалистов. И подождите, у нас тоже самая такая же речь имеется для англоязычных людей, поэтому давайте я все-таки ее прочитаю. Dear winners, we sincerely wish that this day will stay in your memory, and this exhibition will be a starting point to the family's future. Let this hard work turn out to be glorious success to all of you, and at the top of the Olympus, your eyes will be curtained by tears of joy. And we shall ask the Lady Luck to stay with you forever. Thank you. И ваши аплодисменты. Уважаемые экспоненты, финалисты, сзади вас находятся призы, которые в любом случае достаются всем финалистам. Сейчас для технической возможности, пожалуйста, встаньте за этими призами, и мы поставим сюда тумбы, куда будем вызывать уже для сравнения. Тумбы у нас разного цвета, и у жюри карточки также разного цвета. За лучшее понравившееся животное каждый из членов жюри будет поднимать ту карточку того цвета, кто больше всего понравился. Карточки двухсторонние, поэтому зрители, которые находятся сзади,